Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что не нужно по одному мужчине судить обо всех. Так вы формируете у себя стереотипы. Так вы формируете у себя стереотипичное мышление. И, в общем-то, совершенно неоправданно ограничиваете, сужаете рамки своего восприятия людей, не позволяя себе увидеть в них индивидуальность, не позволяя в них увидеть уникальность и не позволяя им проявить себя с вами. Следующий момент. Да, конечно, есть люди, которые не красят любую профессию. И есть люди, которые, ну, в какой-то степени дискредитируют любых представителей профессии. Такие люди есть и среди сферы взаимодействия с другими, сферы помощи. Психология, психотерапия, медицинская помощь, ну и так далее. То есть все виды служащих профессий. Другой вопрос. Как так вышло? Понимаете, вы тоже ответственны за это. Например, если человек хочет, чтобы его принимали, чтобы выслушивали его истории, как вы говорите, то для чего вы его выбирали тогда? Ведь это вы выбрали с ним взаимодействовать. Это вы, когда он начал проявлять себя так, не отказались от общения с ним. Так что, не умаляю ни в коем случае ответственности специалиста, я хотел бы сказать, что и ваша ответственность в этом тоже есть. И вам важно осознавать и управлять, направлять свою активность в отношении. Дальше. Ну вот, не совсем понятен ваш вопрос. Вы пишете, почему люди, даже получив его, остаются глупыми. Что именно получив? Как это связано с их уровнем интеллекта? Почему вы считаете, что человек, который, например, вам пишет, он именно глуп? То есть как? Его поведение вы коррелируете с уровнем развития интеллекта. На мой взгляд, этот человек как раз-таки настойчиво пытается получить то, что он хочет. И в некоторой степени это достойно уважения, потому что не все люди готовы бороться за то, что они хотят. Да, безусловно, такое поведение не является профессиональным, не является конструктивным, вот, не является полезным и позитивным, но, тем не менее, так что здесь ваша логическая связь для меня не ясна. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.